Ежегодно в рамках государственной программы «Енбек» казахстанцы трудоустраиваются и открывают свой бизнес. Герой нашего сюжета – житель села Караубаак Тугайского района. Воспользовался данной возможностью. Кайрат Жейкбаев – оператор системы водоснабжения в селе Карауба. Он отвечает за мониторинг бесперебойной работы комплексного блока, обеспечивающего чистой водой дома с общим количеством населения около 1000 человек. Трудиться он начал в сентябре прошлого года, сразу после учебы и прохождения стажировки по программе «Енбек». Отучившись 3 месяца, приступил к своим обязанностям. До этого я не работал, сейчас все хорошо. У меня есть 2 детей, жена работает в школе. Один ребенок поступает в город на обучение, а второй в 5-й класс идет. Когда-то Кайрат работал механиком, затем сменил профессию. Последние 5 лет он не мог найти постоянное место работы. Сейчас оно есть. Заработная плата оператора составляет 60 тысяч тенге. График – сутки двое. Валерия Степчук, Гульсара Маликова, Даулет Кушкербаев, Ертас Ахпарат из Актагайского района.